Всем доброго утра! Мы только проснулись, вернее, мы только встали, мы еще валялись. Тут на улице такая красота у нас вообще. Все вынесли в снежке. Минус 17 где-то, Сержаня говорит. Вот эти все заросли, как будто в каком-то снежном лесу. Еще и снежок вот сыплет и блестит. Два утра и ночью. Два. Сейчас умился. Привет! Как рука? Нормально? Привет! Сына! Сын! Сынка! Афоня! Привет! Мне, конечно, кажется, что бьет мясо чуть-чуть пожестче, конечно. Ну что, будем завтракать? У нас сегодня оладики, красная рыбка со сливочным сыром, сметанка и варенье. Вот варенье, сын. Ты будешь с вареньем? А ты тоже хочешь кушать? Все, мы сейчас все идем на улицу, потому что снег через 3 дня растает, по прогнозу погоды. Хочется погулять на снегу. Все уже вышли, сейчас он папа за Афоней придет, да? Не снимай варежки, не снимай, сейчас ручки замерзнут, не снимай. Вон папа идет, иди. Зови папу. Зови папу. Не снимай. Нельзя. А, да мы же Невка с папой. Мама, давайте, видишь? Я тоже одеваюсь, да, сейчас иду. Ой, глаза как сразу болят. Женевка, привет, моя красотка. А, вы едете? О, вон Юля. Потолкаешь? Вон Юля бегает. Да нет, она трудно, да, Антош? Ну все, Афоня, доставать будешь? Или еще нет, Афоня? Не, Гриш, ты ноги сдвинь. Чуть-чуть. Да, мне что, вот так ноги? А, кстати, я так могу тормоза делать. Женевка. Вот так. Ты очищаешь? Пускай Афоня чуть-чуть походит. Как красиво! Давай, давай. О, соседи, какая красивая елочка. Афоськин! Сейчас я поеду на санках. Все, сейчас надо ехать на санках. Ой, как страшно! Только это не надо повторять с детьми.
нет, он рядом со мной бежит. Класс. Ой-ой-ой, мамочки. Удар. Да. Снег. Ой-ой-ой, мальчики у нас. Похудар. Ну классно, на санках хоть покатаемся в этом году. Женёвка за нами бежит. Ю-ху! Красота какая! Ой! Ой-ой-ой! Сейчас я, наверное, слезу. Или нет? Да. Ой! Муж что-то устроил мне поездочку. Ау! Ну, красиво, конечно. Не сильно, потому что тут у нас кочки. Женёвка! Класс. Ой. Все, класс. Опа. Супер. Супер. Очень классно. Так у меня жопка не сильно в санки помещается, надо другие санки. Все, Женевку загоняем, она в своем домике. Да? Зайка ты моя. Ты в домике, иди заходи. Все, места нет, ты не выходишь. Иди заходи, иди. Сына, ты катаешь колясочку. Сына. Ему так нравится, что она следы оставляет на снегу. Да, подыму. Еще раз приехали маму прокатить на санках в сад, потому что сегодня надо все проверять. Ну, конечно, все ничем. Потому что это дорога ровная, это очень классно. Ой. Класс, по такой красоте ехать! У-ху, зима! Очки надо было брать. Зайчики бегали. Ага. Ага, вон они следы, да? Так, ну что, мы уже поспали. Афонька только еще спит, мы уже собираемся. Я уже в этом платье оделась. Вот так вот. В своих валенках. Возьму их, наверное, тоже. Мамочка, помоги! Мамочка, помоги! Мамочка, помоги! Да, красота сейчас, да? Все в снегу. Это спецподготовка. Давай, раздувай. Я так, тоже. Я тоже подготовка. Пошли. Ага. Спецподготовка. А ты куда? И я закрыть дверь. Скажи, куда спецподготовка. Что ты там, цветы? Цветы поставлю сейчас, доча. Поставлю цветы, пока но воды не заливаю, потом уже их залью. Пусть они в холодненьком здесь. Привет, моя свинка Пеппа. Где моя свинка Пеппа? Где моя свинка Пеппа? Посуду? Я вам подарю. Посуду? Да, посуду. Будем заменять сразу. Здравствуйте. А мы торт забыли, ты прикинь? Блин, надо сейчас будет съездить. И честь мы отдаем за этим праздничным столом, и эту песню от нее сейчас поем. Ах, милая Инна, тебя не можем не любить, такой же, как Инна, нигде и никогда не может быть. Нам Инна нравится, нравится, нравится,
и добротой своей она по праву славится. И в этот день, и в этот час вам подтвердит любой из нас, что юбилярша наша — это просто класс. А именные руки умеют мыть, суп сварить, огород садить такой. Вот, вот, ты видишь? На что ты готов? Да, готов? Ну, хреново. И на... А ты хочешь там очки? Ну, у меня правда маленький. И награда, и подарок, эксклюзивный, этот... На. Не надо, не надо. Флаг, а ну дай-ка, нужно будет с юбиляршей выпить вам на брудершафт. О, вперед, на брудершафт, на ой, хорошо. Замечательно. Молодцы. Пятерочка, Олечка. Давай очки. Даю. Все очки. Пожалуйста. Ну, я хотел панакоту сделать завтра. Так, позабудьте угощение, ну, да, вот отдохнет, пускай живут. Расскажите, я не знаю. Мама спрашивает, мальчик спрашивает у мамы. Говорит, где я родился, как я родился? Мама говорит, тебя в капусте нашли. Мальчик с такой улыбкой подошел к этой сковородке и смотрит, а там тушится капуста с мясом. Вчера прочла. Браво, молодец. Давайте двоечку. Двоечка. Ваш прекрасный... Ты видишь? Это немножко жирно сейчас. Да, ваш прекрасный нежный голос нам послушать интересно. И сейчас душевно, смело юбилярьте пойте песню. Юбилярши поем песню. Хотела шайте. Прям твое. Я ж не пою еще. Давай, запевай. Еще? Что-то голос пропал у меня. Давайте вместе. Давай, мы вместе тебя поддержим. Какую тебе песню спеть? Какая? Башки Галина любимая. Башки Галина какая? Какая у тебя любимая? Галя. Галина. Синице Галя воду, горам и славнеця. Гриша! Снился я в поту, там вздрагивал, просыпался второй раз, там, что такое? Это сон же о чем-то говорит. Кто-то с собой там, у меня может что-то не так. Ну я работал там где-то на одном заводе, вот в Новотитровске. И сидел ночью, делать нечего, и стал писать стихотворение. Вот послушайте. Да, ну да. Можно стульчик? Мне опять приснился сон. В черном трауре был он. И лежал я на полу в темном комнате в углу. Вдруг очнулся, приподнялся. Захотелось мне пройтись. Шаг другой я споткнулся, без огня не обойтись. Помнил я, что были спички где-то в брюках у меня. Но к большому удивлению оказался голый я. Где я, что я, почему, что со мною, не пойму. Жуткий запах, страшный холод. А ведь я еще так молод. Не должно случиться так, что я в морге. Вот бардак. С каждым часом вспоминая, по минутам сознавая, как попал я к мертвецам с благочестием в кустах. Помню я, что током било, телепало и трусило. Изменился тело цвет, стал как черный постамент. Сколько ж я вот так проспал, если сразу осознал. Да если не у могили, значит где-то дня 4. От такого я кошмара стал ругать кого попало. Здесь досталось от друзьям, а особо докторам. Я кричу, стучу, зову, сейчас всех там подниму. Но никто не отзывался, так я сам тут и остался. Что-то стало вдруг звенеть, сколько радости не счесть. Организм будил кошмаром, а будильник звонким таном. Мне опять приснился сон в черном трауре каком. Давай. Точка, боже, какой мужчина. Сережа! Колечко у меня.
Откланялись. Молодцы, ребята. На бис, бис. Дайте ручку, я вам позолочу. Расскажу будущее. Давай. Вот сюда, в середину. А нам в этом помогут гости. Давайте, гости. Мы хотим узнать, что ждет нашу именинницу в будущем. Читайте по очереди. Так, все очки надо выбрать. Ждет тебя вскоре поездка на море. Пожалуйста, поездка на море. Следующий. Сколько раз вы сделаете подарок тем, кого любите, во столько же раз вы сами станете счастливее. Так что делайте. Хорошо. Скоро к вам в руки попадет курочка ряба, несущая золотые яйца. Скоро петрушка пойдет отсюда. Ну, конечно. Советуем дальше. Советуем переупотреблению пищи петрушки всех представителей этого вида проверять на золото. Я на ценос синяя. На яйца, да. Дальше. Затем ремонт найдете потерявшуюся вещь. Только не вскрывайте полы, она не там. Читаю. Не, я уже... Ты прочитала, а? Вы получите премию министра финансов за проявленное трудолюбие. Пенсию. Только бы министр финансов не узнал об этом. А это моё? Запрёт, не дойдёт. Все прочитали? Давайте, Серега, читай. Я, да? Да. Вы выиграете приз газонокосилкой. Если у вас есть такое грязное, то обменяйте на трактор. Если этот вариант вам не подходит, то есть замена на велосипед трёхколёсный. Других вариантов обмена не будет. Спасибо. А я их все попалил уже трёхколёсный. Вам улыбнётся удача, и вы наконец-то сможете отдохнуть на курорте, о котором мечтали. Правда, если вы не из мечтателей, то вас сошлют в Сибирь убирать весь снег. Срочно придумывайте мечту. Вы очень талантливы, не стоит развлекать друзей бесплатно. Время делать бабки. Папаня. Выйдя из своего двора, поверните голову направо. Марка стоящей там машины скоро появится и у тебя. Сибиляев. Спасибо. Я присоединяюсь. Да. Здоровья тебе, счастья, любви. Ну, всего, что пожелаю. Конечно. Хорошей побольше. Так он же можно день рождения. Хорошее пожелание. Давай. Мы купили тебе рукавицы для сада. Может, руки свои ты сбережешь. Мы ж спросили тебя, что тебе надо, что надо, не сказала ж ты нам, что ты хочешь. Вот пошли мы на пруд и поймали там рыбку, золотой оказалась она. Ты ее попроси, что тебе надо, что надо, пусть желание исполнит сполна. Мы подарим тебе это дерево крутое, чтобы листочек сшивать не смогла. Раз листочек на канары, два листочек в Эмираты, в жизни все будет так, как ты хочешь. Листочек на канары, два листочек в Эмираты, в жизни все будет так, как ты хочешь. Подаем дружно то. С днем рождения, успеха, радости, везения, любви, желаний, исполнения и миллион ночей и дней. С днем рождения, любви до головокружения и чумового настроения и самых преданных друзей. Забыли. Лимонада себе нальем, песню дружно тебе споем. Бороздит она интернет, поздравления лучше нет. Мы желаем тебе добра, чтоб помимо ты закрома, Павел, Федор и Андрей,
жизни много светлых дней. С днем рождения! Успеха, радости, везения! Успеха, радости, везения! Сажата продавать. Работники в полиции.
охранного ведомства и товароведов. И прочие сеньоры Ладарента. И прочих других работ. Прихлебатая на чем попало. Она приехала на спецрейсе. Италию упрямо светит-то глаза-то. Из солнечной Италии. Поздравлята именин-то. Поздравляют именинницу. Я итальянский знаю. Танщита, почерта, болтата от итальяна разнобред. Она привезла подарки и всякие поздравления от итальянских друзей. И всякое ненужно барахлят. И небольшие скромные подарки. Рвато вручато итальяна, живато, растимо, жиранка чента и карена каплента. Мы тоже нравимся, да? Да, есть, есть. Это итальянская соломка. Дарим. Там тоже жирно. Это жиронокапленто, да? Да. Это не нужно хламьенто. Че смато кладито соусетто ви аградо. И вот соус итальянский для приправы в соломку. Понятно. За милю башка Чиполлино от мафиози структура. Пожалуйста, мафиози структура. Понятно, Чиполлино. Ага. Разито, что смито и не до... Что слито и недолито. Что слито и недолито. Знаменитый амаретто. Ага. Амаретто. Ну, конечно, амаретто. И в заключение спина не болета, пожелаю. Нос не чиханта, зубки кусанта, ногами шаганта. Здоровья! В саду купанта, в доме прибиранта, сумки тасканта, везде успеванта. Молодости и долгих лет жизни. Любите, любите, всегданте, друзей уважанте. Друзей и счастья вам! А итальянцы уважанте! Теща, друг родной, помоги! Ты пойми, что мы с тобой не я родной. Присоединяюсь. Давай, давай, давай. Ну что-то скажу, быть может сказать, я не знаю о чем, но скажу что-нибудь. Терпение, наверное. Сейчас надо терпение. Это, как говорится, от нервов все болезни. Дай бог, чтобы нервы были стальные. Как там, как канаты, да? Что-то помню там с поздравления чуть-чуть. Заставили учить, ну ладно. Чушь. Давай, давай, давай. Слово теща, честно, не люблю. Теща. Да, как просто... Нет, столько... он всегда мама говорит. Да, мама, не люблю. Я не могу. Серёга молодец. Так что... Ну что, мам, с днем рождения! Да, спасибо, а то все сами заработаем. Да, конечно. Не дайте поможет. Да. Что-то придумаем. Да. Давай, Галя, будем что-то придумывать. Давай, давай. Сейчас сверкаю еще. Опа! Давай. Только потом не заберет. Пошли. Выходи. Сижуня, ты что на глазки строишь? Давай, выступай. Подожди, сначала прислоняйся. Руки убрать!
О! Опа! О, молодцы! Победила дружба, вам яблоко! А это доешьте! Смотрите. Что такое? Берешь трубочку. В рот трубочку берешь. А уже страшно. Ты танцуешь. Вадик танцует. А ты должен. Вот ты такой свой сука. Ты что издеваешься? У меня вставные зубы. Я могу все работать. Сережа, Вера, ты должна попасть. Давайте мне в рот. Давай. Чтоб все скрыть тут. Ой, я бутылку. Можно, да? Можно, конечно. Опа, под музыку. Да. Прям так, да? Я твой деда. Деда. Смотри, он тебя свеклу несет. Да никто не горит. Так встали друг другу спиночки. Ой, я боюсь так спиной становиться. Так, взяли шарик. И раз, два, три. Пошли. А все хлопают. Дружно, дружно, дружно. Молодцы. Да? Кто быстрее, тому приз. Кто быстрее. А еще надо и танцевать теперь. Давай с танцами. Подождите, стоп, музыка. Стоп. Ну я не люблю это, чтобы меня без не музыки. Слышали. А то я могу под шумок добавить что-нибудь. Я почти не пью и не курю. Бабушка сказала, я завидный стал жить. Песню звезды. Нападают и лезут с наглостью в карман. С днем рождения!
юмор. Потому что спать с него. Сказать, что так было задумано форма. Ира, подожди одну секунду. Можно? Да. У нас такое было. Дядя Леша, да. И так мы вышли из этого положения. Ну, видишь, лысина вот теперь. А Люда говорит, а где торт? Он говорит, какой тут? На столе, на стуле. Он говорит, ой, я думала, это коврик. Правда, это честно говорит. Да, коврик, боже, где это такой, да. Они занесли в коридоре... А это извержение было. Свет не включили, мы вышли, разговариваем. Леша сел и говорит... Ой, что-то у вас тут такой холодный. С улицы занесли в декабре день рождения. Нет, 29 декабря было, но это было... А, сестре, да? Нет, люди Бородайки, Ваниной жене. 29 декабря день рождения. Она сделала торт вулкан, ну, оно коричневый с белым. Поставила, занесла с улицы, поставила на стол, на стул. А он зашел, ну, мы зашли, разговариваем. Он гоп сел и каже, ой, что у нас стол холодный? И ничего вообще. Она каже, ой, тут где-то торт был. А он так говорит, ой, наверное, тут. И все. Пися! 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 Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом. Как счастье по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, мировой таким. Когда ты счастлив сам, счастье поделись с другим. Помасите. Так, давайте гуляйте. Вот. Афоня тут. Что ты давай? Поели, потренировали. Кого ругает мама, что меня ночами нету, что я пьяный стриж, бабьим летом, что я пьяный стриж, пьяный, бабьим летом, бабьим летом. Подарила бабье лето, а мне тебя в одной сорочке. Никуда, я с ним не пригоню. И Серега будет ехать плавно. Марина, а вот эту, которая... Вагончик тронется, Вагончик тронется, пером останется. Платочки белые, платочки белые глаза печальные. Платочки белые, платочки белые глаза печальные. Все ждала и верила.
любви мгла, а любовь, как сон, стороной прошла. Гонит ветер вдаль, журавлей гася. Четырем ветрам груз печаль раздам, не вернется вновь это лето к нам. И перед людьми пополам обиды, пополам печали. С тобой тихонько посижу, никого к тебе и близко не пущу. Ты за все меня прости, я прошу. Эту в золоченой церкви нас с тобой венчали перед Богом и перед людьми. Пополам обиды, пополам. Все, мамуль, ну что? Тебе уже 50. Мне 50! А что, отключка не сработала? А минус что такое? Минус 20. С 21 даже. Ну пошлите открывать киндер. Панда. И тебе надо киндер. Ты что, уже сразу готовишься? Да. Антоха, ну-ка показывать. Давай я тебе помогу, давай. Я не знаю, что там. Давай открывать. Да, у меня... А у тебя попрыгушка, да? Да, как пчеладная. А ну, Гриш, покажи, что у тебя. А у тебя такой? Это самый главный, кстати, с... А, Фоньки, это... вот такой страшилкин, да? Это враг. Враг? Да. Давай, Антоша, раздевайся, Антоша. Я свое все убираю. Так, ну что, на сегодня все. Отлично, мы повеселились, песни под гитару попели. В общем, всем до завтра. Огромное спасибо за поздравление мамы. Она, конечно, все это очень оценила. Ей вообще прям безумно приятно. Они уже с папой посмотрели с утра видео, прослезились. Папе прям очень понравилось. Все, на сегодня все. Блин, я прям счастлива. Пока.